Я все для вас, все для вас, все мебель для вас. Смотрите, какая Спасибо, спасибо, красота. Сюзанна. Вы реально обещали и доставили. Правда, опоздали, но ничего страшного. А чего вы плачете? Это просто слезы счастья, что я помогла клиенту, первому клиенту. Все, спасибо, спасибо, Сюзанночка. Все, давайте, 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 не хворайте. До свидания. До свидания, до свидания. Так, ну что ж, Маша, Маша, иди сюда быстрее. А, что такое? Я тут вообще-то в Майнкрафт играла, а что, уже все привезли? Все привезли, так, Сюзанночка все выгрузила, все нормально. Блин, ну ребята, я же говорил, короче, об устройстве дома будет. Ну как, давай сделаем сейчас типа рум-тур, короче. Ой, давай, рум-тур, давай, вперед. Смотрите, итак, ребята, здесь, значит, кухонка, холодильник, плита, баночка с печеньем, холодильник. Ну тут вообще прикольно. А зачем нам два холодильника? Ну... Типа, тебе и мне? Тогда не, я этот забираю. Не-не-не, тут как бы это, как сказать, ну не знаю, для красоты, короче, я думаю. Ну этот красивее, я его забираю себе. А он больше, потому что... Ну да. Смотрите, да. Здесь Sony PlayStation или не Sony PlayStation, тут телевизор, короче, здесь свет вон можно врубать. Ну слушай, красиво. Кстати, о, нормально. Заметьте интересную деталь, тут, типа на кухне можно закрывать. Да, кстати, не только на кухне, по-моему, да? Смотри, везде можно закрывать, везде, где такие штучки есть, можно закрывать. Да, 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 да. Потом, знаете, здесь красный обеденный стол, шикарный такой, красивый. Твой любимый красный стол. Да, мой любимый красный стол, ребята. Потом здесь у нас, короче, унитаз, здесь, короче, этот душ. О, отлично, так, ну-ка. О, отлично, ошибки получили. Отлично. Здесь, всё, короче, выключаем. Здесь, смотрите, умывальник, умывальник. Ага. Все, мы больше не чешемся. Тут второй этаж. Смотрите, тут такая, типа, это японская фигня, короче. Ой. Так. Тут, короче, комод, здесь вся... Оп. Так, ничего себе такое. Давайте закроем, закроем. Вау, комод, нифига. Здесь, короче, и тут, короче, кровать, здесь, короче... стол такой, тут всякие постеры, Майнкрафт. Чё ты смотришь, как я в Майнкрафт играю? Да нет, у тебя что-то под столом, короче, такая какая-то... Ну-ка, подожди, а снять еще раз, это баг или что это было? Это а, да, такое? Видимо, баг, ну потом на видео посмотришь. А, хорошо, хорошо. Ну я надеюсь, что так. Это был баг, Маша. М? Такая Маша, так, здесь, короче, эти проигрыватели, здесь, короче, пластинки. Здесь звонок. Это специально для тебя, это специально для тебя, чтобы пугать. О, печенюхи, печенюхи. Да, я украла. Получается, грифер. Да. Так, ну что ж, вот такие вот разные штуки. Тут, кстати, плакат стоит чисто по фильмам, типа «Назад в будущее», «Охотники за привидениями», «Чужой» и «Парк юрского периода». Отлично, замечательно. Так сказать, так, подборка тут... любимых фильмов. Так, ну что, о, здесь как часики. Часы. Ну здесь надо еще как-то, не знаю, мебели довести. То есть тут вот этот угол, например, пустой. То есть что-то будет, короче. Согласна. То есть что-то здесь надо. Согласна. Мне появилась мебель прямо сейчас. Ставьте лайк. Вот давайте прямо каждый из вас поставьте лайк за то, что все-таки город развивается, строится. Подписывайтесь на канал. Обязательно прожимайте колокольчик и пишите комментарии. Да, вопросичек дня, смотрите. А какую мебель добавить можно вот сюда? Напишите, как бы мебели реально очень много в Майнкрафте. Вы знаете, там, ну не знаю, разделов 20, наверное. Напишите любое ваше пожелание, может, какую-то, не знаю, там, игрушки, или может, я не знаю, там, какие-нибудь, не знаю, кинотеатры, или еще что-нибудь. Тут дофига может добавить на самом деле. Согласна. Так, ладно, пойдем, да, короче. Давай. О, так, ну что, надо бы почилить, короче, может, не знаю, телевизор посмотреть или... Ты чего? Женя, там кто-то у окна. Блин. Женя, там кто-то у окна! Ребята! Это чего такое? Я не... Ай, не, подожди, я знаю, это из популярной, короче, сейчас игры. Называется «Человек за окном». А вот чё это он... крепота, слушай. Он же не пойдет. Никого нет дома! Подожди, Маша, он хочет, что-то открыли? Не открывай! Женя, не открывай! Нет, 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 нет! Он там, смотри, стоит. Где он? А где он? Подожди. Не понял. Я тоже не... А...
Не понял. Его нет, смотри. Вам нужно продержаться ночь. Чего? Вот это, мы, кажется, попали, Маша. Так. После того, как мы с тобой снимали камеры и следили за всякими хаги-ваги, после этого в городе начала происходить какая-то дичь. Вот это реально. Короче, ребята, тут вообще... Вот это жесть. А Людочка стоит, как будто ничего не видела. Так, ладно, короче... Стой, а вдруг никто реально не видел, кроме нас, этого челика? А давай спросим, подожди. Сейчас. Подожди, Людочка, давай. Людочка. Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуйте. Чё она говорит, Маш? Сейчас посмотрим. Это как хламончики, что говорить? Челок на... Сейчас? Да не было никого, вы чё? Приснился, наверное, стою, залипаю, но никого не видела, я бы с него денег взяла за проход во дворе. В натуре, Людочка, с него бы в натуре бы денег за проход во дворе бы взяла. Реально. Не, ну Людочка как бы это... Слушай, может нам в натуре приснилось? А ну... Да, наверное, может быть, слушай, нам показалось, может быть, нам реально показалось. А эта табличка, это розыгрыш, как кто-нибудь, он строитель, ладно, наверное, пришел. Строитель, ну так, я заберу эту табличку, так, все, пошли, я в мусорку ее выкину, так. Давай, выкидывай, все нормально. Так, ну что, давай, что-то это, спать неохота, Маш, давай, что-то тут, короче, приготовь, и я пока подожду. Ты что, обалдел, что еще сделать? Ну там дом убрать еще всякое. Давай сам становись за плитой, я буду телек смотреть. Я телек смотрю, да. Я тоже телек смотрю. Ладно, так, подожди, а что телек не работает? Сейчас я его подожди настрою. Так, ну-ка, вот так вот. Ну-ка. Да что он не работает? Смотри, не врубается. Так, да что такое? Блин, что-то. Не работает? Да вообще не работает. Я не знаю, короче, что делать. Ну тоже не знаю. Подожди, я кого-то видел, кажется. Может, тебе показалось? Нет, подожди, я кого-то видел. Да тебе показалось. Маша. Что? Ты видишь? Господи боже! Он прям так палит. А чё он около окна встал? Я не знаю. Он его открыл! Исчез? Чё за фигня? Подожди. Ребята. Секунду. Опа, подожди. Мы же убирали табличку. Вас не спасти. Не спасти. Вот кого-то спасать надо, вы чё? Вот, по ходу дела, от него. Так, сейчас подожди. Надо, короче, строить ловушку. А, давай. Так, я беру, смотри, вот это. Нажимная плита и дверь. Сейчас попробуем его поймать. Так, ну-ка. Ага, давай, так. Попробуем, знаешь, это... Вот это, ловушечку. Как она делается? По-моему, как-то... Вот так. Ой, блин, неправильно. Неправильно, пройти можно. Сейчас, как эту ловушку делать, я что-то не помню. Там как-то вот так, и она встает. Она вообще вся неправильно встала. А, тут можно пройти. Мне кажется, тебе нужно как-то поближе. Сейчас разберемся, так, смотрите. Так, надо вот так. Ага, да. Вот так. И вот так. Маша, ну-ка встань. А чё Маша-то сразу? О, отлично, работает! Женя! О! Все вышло. Так, ага. А вот эти надо сломать. Сейчас я Кирочку возьму инструмент и сломаем, ну-ка. Давай. Кирочка, еще парочку инструментов. Две камеры есть, поставим две камеры. Блин, только две камеры, прикинь, есть. Две камеры? Да ладно, я смотрю, можно поставить спереди дома и сзади дома. Согласен, так, все, ага. Срубаем двери вот эти. Ага. Беру на всякий случай к себе. Давай. Так, я, короче, всё. Поставлю вот сюда сейчас вот эту. Как там делать? По-моему, как-то, ну-ка, вот так. А, да, вот так. Да. Запоминайте, ребята, из чего будут такие же ловушки да, делать. Да. О. Отлично, все. Да. Маша! Алло! Маша попалась, короче, в клетку. Так, сейчас здесь еще, знаешь, я предлагаю установить датчики движения. Хотя нет, подожди. Я думаю, мы сейчас поймаем, пока датчики не нужны. А, ну да ладно, хорошо, да. А камеры когда будешь ставить? Я думаю, если мы его сейчас не поймаем... Хотя ладно, давай сейчас камеры сейчас так, ну-ка, выйдем. Сейчас эту табличку уберу. Ну выходи, я посижу, тут хлопики поем. Так, сейчас мы берем вот сюда камеру. Так, сейчас. Так, давайте посмотрим, ребят. Если он пойдет, то давайте вот здесь как раз одно. Ну-ка, сейчас проверю.
Да, работает, работает. И вторая будет на заднем дворе. С другой стороны, да. С другой. Молодец, правильно. Так, сейчас вот сюда ставим. Отлично, все. Вторая сторона, отлично. Смотри, все просматривается. Так, ну что ж, забегаем, забегаем. Забегай, так. Я тут все еще ем как бы хот-доги, вкусно вообще невероятно. Так, теперь, короче, надо запрятаться, надо запрятаться. На второй этаж? На второй этаж, все, пошли на второй этаж. Сейчас, сейчас будем стоять. А, подожди, мы же не увидим, как он, если сюда попадется. Давай, знаешь что, заныкаемся где-нибудь, так, здесь негде. Давай вот здесь за диваном спрячемся вот так. За диваном? Хотя нет, 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 давай за кухней, вот сюда вот так, отлично. Вот, давай. Все, сидим вот здесь и не шевелимся. Так, Маш, где он? Я не знаю, я откуда знаю, ты у окна сидишь, не я. Ну, так, так, так. Сколько нам еще сидеть? Может, сидим минут 30? Ребят, мы уже сидим так минут 30. Поставили, короче, ловушку вон. Поставили вторую ловушку, его нету. Ну так и я откуда знаю? У тебя часы, я не знаю, сколько нам еще сидеть надо. Так, ну-ка, сейчас подожди, откроем окно. О, свежий воздух. Так, ну-ка. Я сейчас выйду, посмотрю. Так, ладно. Аккуратно. Так, сейчас, подожди, сиди тут, Маша. Так. Сижу тут. Так, сейчас я выйду, посмотрю. Ребята, давай. ребята. Ну чё? Ай-яй-яй! Это я. Женя! Кошмар. Не делай это. Женя! Круто. Ладно, сейчас как появится и будешь тут. Так, 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 всё тихо. Ребята, смотрим. Так. Ну, пока что. Нет. Что? Такая тишина. Такая ваша аж испугалась. Ладно, ребят. Так, ну, в принципе, зачем я выхожу? У нас же есть камера. Если что, по камере можно стоять. Так, сейчас я выбираю камеру. Так, ребята, смотрим. Он здесь! В смысле здесь? Он прям тут. В смысле здесь? Вижу. Я прям вижу, он к двери подходит. Все, он зашел в слепую зону. Не двигайся. Так. Я молчу. Ребята. Он прям... Где он? Он... Я не знаю... Вон он. Сейчас вот не напишу, что Маша NPC. Видите, Маша не NPC, там реально кто-то ходит. Вот именно! Тихо, я не NPC. Вон он. Я настоящая. Так. Он что за... Ничего не заходит, где мне он? Показалось. Я не знаю, мне показалось, что он заходит, но он, по-моему, не заходит. Все нормально, все хорошо. Что это было? О-о! Он здесь что уже. Что это было? Он заходит. Тихо, ребята. Тихо. Попался! Не понял. А где он? Че за фигня? Подожди, он где-то невидимый? Ребята, слушайте, это крипово. Так, сейчас я закрываю дверь. Закрываю, подожди, он зашел в ловушку и пропал? Ну, я так понимаю, да, слушай, по ходу дела, по крайней мере, мы его сдержали, видишь, он ушел. Думаешь, ушел? Ну, я думаю, он ушел. Ну, не знаю. Так, ладно, короче, ребята. Фу, сейчас, подожди, надо перекусить печеньку, сейчас я возьму. Давай, я тоже взяла печеньку. Оп. Ну что ж, такой стресс. Слушай, Маша, это вообще жесть. Так, ладно, иди, короче... Подожди, стой. Чё? Прислушайся. Что-то на втором этаже, нет? Слушайте, ребят, я не знаю. Там какие-то шаги, что ли, подожди. Проверишь? Хорошо. Давай, иди, короче, наверх. Так, я тогда возьму, наверное... Ты чё кричишь-то? Офигеть, смотрите! Ребята, он идет с тобой, что ли? Он, кажется, за мной ходит. Маша, заманивай его, короче, в этот... Так, он не... Ой-ой-ой! Так, подожди, он меня потерял, что ли? Я не знаю. Он ищет или что? Так, он... Нет, он, по-моему, меня не потерял. Он идет за тобой. Маша, беги! Ой, подожди. Он зырит на ловушку. Иди сюда! Эй, давай, я тут! Давай, заходи! Опа! Мы его поймали! Смотри, нормально! Мы его поймали, так, Женя! Ой! Ой! Че за фигня? Что за... Это он свет вырубил? Я не знаю! Че? И свет врубился, и свет смотри! Свет врубился! Офигеть!
Офигеть, ребята, вы видите, что за фигня? Я вообще... Он... Ты видел, что он за мной побежал? Он такой, типа, вот там такой ля-ля-ля, потом опять за мной побежал. Да вообще жесть. Так, ребята, ребят, ну пока-пока-пока-пока держимся. Так, я иду, короче, ставлю... Ставлю тогда вот эти штуки. Так, сейчас вот сюда. Сканеры. Ну, ставь. Кошмар. О, мы влипли. Мы влипли вообще, мы так. Мы влипли. Я ставлю сканеры чисто вот здесь. Так. Камера здесь и даже... Ой, господи. Это я, это все свои, короче. Так, идем сюда. На второй этаж. Быстрее. Маша, выдвигаемся. Давай. Я иду. Я строитель, испугалась за окном. Так, давай на балкончик вот сюда. Давай. Да что, Маша, то у тебя же эти все штуки. Вот ты же ставишь. Давай, заходи. А что ты? Что ты? А что? А, я думал, ты что-то ставишь. Фу, ладно, хорошо. Все. Стоим, ждем. Фу, жесть. Так, все, ладно, нам главное продержаться до рассвета. Смотрите, сейчас луна вот уже скоро опустится, буквально осталось немножко, да? Угу, ну красивая луна. Красивая, только главное, чтобы мы ее дожили, так скажем, чтобы смотреть. Так, слушай, все чисто, все тихо вообще, все замечательно. Ну да, ну все, может, можно уже куда-нибудь уходить, не знаю, смотри, уже так светлее. Тихо! Офигеть, ты слышишь, что там все щелкает? Я слышу. Он что там ломает, что ли, что-то? Я не знаю. Слышишь? Я слышу. Что? Офигеть. Он в двери-то? В дверях все, что ли? Он, видимо, в ловушку что-то там или... Я не знаю. Ты же не знаю. Смотри, притих. Притих. А что, можем ходить? Не, подожди. А? Тихо, сидим. О! Что за крипота происходит? Так, ладно, сидим. А ты его видишь? Я его не вижу, я же здесь... А, подожди, у меня камера есть, ну-ка. Его нет на камерах. Это ты открыл дверь? Нет. Это не я. Что за фигня? Вы видели? Он прошел через закрытую дверь и исчез. Жесть, ребятушки. Скримак такой сейчас был, конечно, капец. Иди ты первый, прикинь, сейчас как скример на пол экрана. Я тебе сейчас стукну, самый первый, давай, иди. Офигеть, смотри. А... Это он помидорами, кетчупом разбросался. Я очень надеюсь, что это помидоры. Короче, ребята. Вот это жесть, так, ладно. Уходим. Ой, так, сейчас, надо посидеть, попердеть, короче, сейчас. Ты чё? Я ничего. Ладно. Так, все. Так, слушайте, ребят, ну вот это скримота. Так, ладно, он же ушел, он ушел. Да ушел, наверное, да, ушел. Так, ушел, отлично. А, это ты, что ли? Женя! Ты обалдел? Да я думал, это этот человек, короче. Отойди, подожди. Просто... Да, да, я хочу... Утро уже. Стри. Я хочу попробовать запрыгнуть, все. Реально, можно. Смотрите, все, вон солнце встает. Отлично. Мы продержались, мы выполнили это испытание. Ребята... Это было просто что-то нереальное, страшное и криповое, короче. Да это максимально криповое. Ну что ж, надо отсыпаться, потому что целую ночь не спали, все, пойдем. Согласна полностью. Какая же эта штука громкая-то? Надо ее отключить. Все, Маша, короче, попалась. Нет. О, подожди, смотри, табличка. Вы продержались, но я приду следующей ночью. Не надо. Приходите. Короче, да, не надо. Вообще, дорогие ребята, знаете что? Справа и слева высветились видосы, которые вам нужно прямо сейчас нажать и посмотреть. Иначе за вами придет он. Я серьезно говорю, он придет ночью, если вы не посмотрите видосы. Кликайте сейчас по ним и всем пока-пока! Пока!